По всем вопросам электроснабжения жители Калязина и Кимры теперь могут обращаться в современные центры обслуживания клиентов «Атомэнергосбыт». Что изменилось с их появлением для жителей, расскажем далее. «Атомэнергосбыт» создает современные центры обслуживания клиентов в едином корпоративном стиле, где можно оплатить услуги или решить любой вопрос. Обновленный центр появился в Калязине. Открытие таких офисов, безусловно, важно. Мы готовы обеспечивать тот уровень обслуживания, который установил «Росатом». И в связи с этим мы намерены в следующем году продолжить эту работу. В этом году мы закончили работу над 17-м уже офисом. В следующем году нам нужно сделать еще больше, чтобы наши жители были счастливы от нашего взаимодействия с нами, и это взаимодействие было комфортным и приятным. На торжественном открытии центра зажгли символический свет на стеклянной инсталляции с логотипом компании, тем самым положив начало работы нового ЦОКа. Для жителей очень важно взаимодействие именно на местах, то есть и для муниципалитета очень важно физическое присутствие таких важных организаций, как Тверь Атомэнергосбыт. Вдвойне мы рады то, что в центре города открылся такой новый современный офис, где можно получить все услуги. Обновленный центр открыли в Кимрах. Здесь обслуживают 46,5 тысяч физических и 1100 юридических лиц. В центрах, кстати, не только принимают платежи, но и консультируют по поводу перерасчетов, объясняют, как перейти на цифровые сервисы. Мы тепло всегда принимаем своих клиентов. Любой клиент может к нам прийти с любым вопросом. Он получит качественную консультацию и качественное обслуживание. Как отметил заместитель главы Кимрского муниципального округа Роман Афонин, муниципалитет уже давно сотрудничает с компанией. И открытие такого центра – важный этап в развитии отношений. Открытие этого офиса, прежде всего, это вложение в инфраструктуру Кимрского муниципального округа. Я думаю, кимряки по достоинству оценят этот центр. Поэтому будем дальше сотрудничать, будем дальше работать. Кроме того, «Атомэнергосбыт» продолжил традицию по созданию клиентских аллей компании. Сотрудникам офиса подарили небольшие саженцы туи, их высадят весной. Место для деревьев будет выбрано совместно с администрациями муниципалитетов. Акция «Клиентская аллея», как отметили в компании, это знак ответственного отношения к экологии, за которое выступают «Атомэнергосбыт» и «Росатом».